150-200 метров. Да. Здесь вал сделали персонал ДПС. Его приравняли к МП-7, то он по характеристикам здесь хуже, чем МП-7. То есть выгоднее бегать, ты составляешь с МП-7. Ну, вала, смотри, кстати. Вала, единственное, это патроны калибра меньше, чем у винтореза. Единственное, что калибр меньше, но у него должна быть бронебойность хорошая, потому что у него патроны другого смысла. Его патроны изначально идут с острым наконечником, то есть он против брони идет, людей против бронежилета. У него поэтому и магазин такой широкий, квадратный. Это оружие, это вот специального назначения. А его здесь сделали тупо, его сделали, приравняли к УЗИ, к этим, блин, полуавтомат. Пистолет-автомат, или как автомат-пистолет, там, это не знаю, как называется, класс оружия в жизни. То же самое в BF3 как-то, блин, как Counter-Strike, как это называется автомат, да? Пистолет-пулемет у вас посчитался, который в Counter-Strike 3.1. Ага, понял. О, вот. А здесь вот он есть, подожди, сейчас скажу. Есть какой-то. Вот изначально это пистолет-пулемет. Его приравняли к карабинам. Каким хреном? Когда карабином является те же самые М16 винтовка, М4А1. Вот, это карабин. Всяка карабин. А это что за прикол? Это Left 4 Dead, отдельная комната, там паблик и приват. Видел? Ты это видел? Да. Красиво? Скайс. Ой-ой-ой. У тебя подвисания какие-то идут, бля. Это у тебя подвисания? Согласен. Наверное, у тебя. У меня? Наверное. Ну, у меня не подвисает, у меня маленько фризит. У меня... Бац, я прям... С одной на другую сторону, блядь, прыгаю на. Точнее, перепрыгиваю. Ой-ой-ой-ой. Сука, нихуя не вижу, блядь, лайк. Сейчас, сука, тихо.